Всем привет! С вами Russian with Dasha. У многих иностранцев, начинающих изучать русский язык, возникает вопрос, как быстро и эффективно запоминать новые слова на русском. Недавно мы с Томом, преподавателем русского языка в Лондоне, проводили прямой эфир в Instagram. Если вы еще не подписаны на мой Instagram, ссылка будет внизу. Также я оставлю ссылку на YouTube-канал Тома. Мы обсудили несколько методов, которые полиглоты используют для запоминания лексики. В этом видео я решила поделиться с вами методами, о которых мы говорили, и также дать вам ссылки на YouTube-каналы, которые мы с Томом рекомендуем вам, если вы хотите говорить по-русски. Итак, первый совет. Окружите себя русским языком. Как бы банально это ни звучало, этот способ является одним из самых действенных. Чтобы запоминать новую лексику, нужно встречаться с ней в повседневной жизни. Сделайте язык своего смартфона русским, смотрите YouTube-каналы, слушайте подкасты на русском языке. Читайте русские книги и, самое главное, общайтесь с носителями языка. Второе. Всегда записывайте новые слова с примерами. Русский – очень богатый язык. В нем существует огромное количество синонимов, то есть слов, близких по значению, паронимов, то есть слов, которые близки по звучанию, амонимов, одинаковых по звучанию, но разных по значению слов и так далее. Когда вы встречаете новое слово в тексте и хотите его записать куда-то в свои заметки или сохранить на компьютере, обязательно записывайте его словарную форму, а также предложение, в котором вам это слово встретилось. В зависимости от контекста слова в русском языке могут иметь разное значение. Используя слова не автономно, а в контексте, вы запоминаете, как это слово ведет себя в предложении, какую форму имеют и в каких отношениях состоит с другими членами предложения. Также не забывайте указывать ударение в словах, это тоже очень важно. Третий совет. Читайте и слушайте одновременно. Это очень эффективный способ запоминания лексики, так как вы подключаете несколько видов памяти. К тому же вы не только читаете текст, но и запоминаете правильное произношение слов. Вы можете смотреть фильмы на русском языке и читать русские субтитры, слушать подкаст или аудиокнигу, имея в руках или перед собой текст. Если вы сначала используйте этот метод, а затем прочитайте весь текст вслух, вы удвоите свои шансы, то есть вы запомните слова быстрее. Отмечайте ярким маркером новые слова в тексте, чтобы они визуально притягивали ваше внимание. Четвертый совет. Меняйте вид занятий. Включайте разные виды памяти. Старайтесь давать своему мозгу разные виды работы. Если сегодня вы прочитали текст на какую-то тему, завтра посмотрите видео на эту же тему или послушайте подкаст, который использует ту же лексику. Создайте дискуссию на форуме и попросите других студентов поделиться их мнением или их примерами. Поговорите с носителем языка, используя новые слова. Таким образом, пассивный запас лексики превратится в активный запас лексики. Пятый совет. Попробуйте пересказать новую информацию своими словами. Пересказ – еще один замечательный способ для запоминания лексики. Если вы прочитали или прослушали какой-то отрывок, запишите основные идеи и слова, которые в нем использовались. А затем попробуйте пересказать этот отрывок своими словами. Вы можете также усложнить задачу. Например, если вы читаете рассказ девочки Ани о себе, перескажите его, как будто вы рассказываете об Ане своему другу. То есть вместо местоимения «я»
вы будете использовать местоимение «она». Формы и окончания других слов, соответственно, могут также поменяться. Ваш мозг работает активнее, а память накапливает в себе новые знания. Шестой способ – это storytelling. Это способ запоминания информации через истории и примеры. Он немного похож на предыдущий способ и может использоваться тогда, когда вы изучаете слова на какую-то определенную тему. Если у вас есть список слов, которые нужно запомнить, вы можете составить рассказ, используя эти слова. Например, тема «Моя квартира». Если вы еще не владеете достаточным словарным запасом для того, чтобы составлять целые предложения, попробуйте пройти по квартире и называть предметы, которые вы видите перед собой. Говоря, например, «Передо мной цветок», «Передо мной окно», «Передо мной кружка», «Стол», «На столе стоит стакан» и так далее. Поверьте, это весело. Не забывайте улыбаться и хвалить себя. Это тоже придаст вам энергии и сил. Седьмой совет. Всегда записывайте или сохраняйте в файл новую информацию. Слово запоминается лучше, если его записать и прочитать вслух несколько раз. Возвращайтесь к своим записям. Прочитывайте их, проговаривайте вслух. Отмечайте для себя слова, с которыми у вас возникают трудности. Блокноты и электронные файлы не только помогают нам сохранять информацию, но и также демонстрируют наш прогресс. Если учить хотя бы по 5 слов в день, то за неделю их накопится 35, а за месяц целых 150. Если вы будете учить по 15 новых слов в день, то за месяц вы выучите целых 450 слов. А это просто отличный результат. Важный момент – обязательно возвращайтесь к изученным вами словам «вчера», «сегодня». То есть вчера вы что-то выучили, сегодня вам нужно обязательно повторить эти слова. Составляйте предложения с ними, активно используйте их в своей речи. Восьмой совет – учите те слова, которые вам пригодятся в жизни. Никто точно не знает, сколько языков имеется в русском языке. Даже носители не владеют всеми этими словами. К моменту выпуска из школы российский подросток знает примерно 51 тысячу слов. А великий русский поэт Александр Пушкин использовал не менее 300 тысяч русских слов. Вот это да! Но вам для того, чтобы говорить по-русски, не нужен такой объем информации. Лексический минимум уровня А1 – 780 слов, А2 – 1300 слов, Б1 – 2300 слов, Б2 – более 5000 слов. Если вы хотите приехать в Россию и общаться с местным населением, вам достаточно лишь выучить некоторые основные фразы, которые помогут вам передвигаться, делать покупки, заказывать еду в ресторане и так далее. Найти такую лексику легко на YouTube. На моем канале тоже есть такое видео «Survival Phrases for Travelers». Ссылка появится в углу экрана. Если вы хотите, например, учиться на врача в российском университете, вам нужно сделать упор на лексику, которая используется в этой сфере. Для этого вам необходима профессиональная литература, то есть учебники для будущих врачей. Сфокусируйтесь на важной для вас лексике. Самое главное – это понимать свою цель. Задайте себе вопрос: для чего я изучаю русский язык? Чего я хочу добиться? Тогда вы поймете, какие слова вам нужны. Девятый совет. Создавайте карты памяти. Старайтесь расширять свой словарный запас, создавая связь новой лексики с уже изученной. Вспомните, какие слова вы уже знаете на данную тему. Сделайте кластер из слов одной тематики. Напишите синонимы, слова с похожим значением, и антонимы, слова с противоположным значением, которые вы уже выучили. Попробуйте передать одну и ту же мысль сначала простыми словами, а потом
более сложными предложениями. Десятый совет. Придумывайте эмоциональные ассоциации. Если какое-то слово вам сложно запомнить, подумайте, с чем это слово может у вас ассоциироваться. С какой буквы начинается это слово? Какое слово на эту же букву вы знаете? Как выглядит это слово? Если оно длинное, можно ли разбить его на части? Придумайте ситуацию, в которой может использоваться это слово. Я приведу свой пример. Когда мне нужно было запомнить фразовый глагол come into, преподаватель английского языка предложила представить, что я вхожу в какой-то красивый замок или дворец, который получила в наследство. Я представила это, представила, как я вхожу в очень шикарное место, которое теперь стало моим, и навсегда запомнила значение этого фразового глагола come into, то есть suddenly receive money or property, especially by inheriting it. Фантазируйте! 11-й совет. Если вам нравятся приложения, используйте их для запоминания лексики. Например, Quizlet или Anki App. Они особенно хороши тогда, когда вам необходимо запомнить большое количество лексики, например, готовясь к экзамену по русскому языку. Лично мы с Томом редко используем приложения и предпочитаем записывать слова и фразы в блокнот или сохранять их в файл. 12-й совет. Не пугайтесь длинных слов. Слова «здравствуйте», «достопримечательность», «неудовлетворительно», «сельскохозяйственный» могут напугать кого угодно. Как учить такие слова? Во-первых, прочитайте слово медленно по слогам. До, сто, при, ме, ча, тель, ность. Затем повторите еще раз. До, сто, при, ме, ча, тель, ность. Вы можете также прочитать это слово с конца, то есть ность, тель, ность, ча, тель, ность, ме, ча, тель, ность, при, ме, ча, тель, ность, сто, при, ме, ча, тель, ность и, наконец, до, сто, при, ме, ча, тель, ность. И самое важное, слушайте, как это слово произносят носители языка. Например, безударное «о» звучит как «а». Достопримечательность. Достопримечательность. Понятно? Просто попробуйте практиковаться в этих словах. Чем чаще вы их произносите и практикуете, тем легче вам будет овладеть ими, то есть запомнить их. Это также повысит вашу уверенность в общении на русском языке. 13-й совет. Изучайте русский язык с помощью реальных жизненных ситуаций и актуальных учебников. Когда студенты просят меня найти для них какой-нибудь советский учебник по русскому языку, особенно тот, который уже давно не печатается, мне становится немного дурно. Вы все еще хотите называть прохожих на улице словом «товарищи»? Чтобы говорить по-русски, нужно следить за тем, как общаются сами русские. В последние годы появилось огромное количество замечательных учебников по русскому как иностранному. Мы с Томом также рекомендуем вам смотреть каналы на YouTube. Помимо каналов, которые начинаются со слов Russian with, то есть русский язык с кем-нибудь, как мой, например, Russian with Dasha, таких каналов очень-очень много. Вы также можете смотреть вот эти каналы. Onliner — это белорусский канал, на котором вы можете посмотреть и послушать истории реальных людей, обычных людей. Также канал самого популярного интервьюера, который называется «Вдудь». Канал «Чижный», я думаю, я правильно произношу. Это свежие блоги на русском о США и событиях в США. Том также рекомендует канал «Мой протест резерв». Это информационно-развлекательный канал на русском.
Также Том рекомендует канал Deutsche Welle на русском языке. Это новости, интервью о России и мире. Также Том рекомендует вам канал Ару ТВ, канал Артемия Троицкого. Послушать русскую речь вы можете также на каналах Дмитрия Быкова, Владимира Познера и если поищите интервью с Сергеем Гуриевым. Сергей Гуриев – это профессор экономики в одном из институтов Парижа. У него замечательная, очень хорошо поставленная речь, его всегда очень приятно слушать, и темп речи не быстрый, то есть его достаточно легко понять. Спасибо за то, что досмотрели эти видео до конца. Сентябрь 2020 года у нас будет, я думаю, очень интересный. Мы готовим для вас новые проекты. У меня также есть подкаст Russian with Dasha на русском языке. И я также провожу онлайн-уроки с теми, кто хочет научиться или уже говорит по-русски, но хочет улучшить свои навыки. Все ссылки оставлены в описании. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Тома. И я думаю, что скоро мы вас удивим кое-чем интересным. Я желаю вам хорошего дня, не теряйте мотивацию и смотрите Russian with Dasha. Пока!